оружие Desert Eagle 10 рублей в день. Ёпта, как сука. Итак, играю в игру Subnautica, новая игра. Так, огнетушитель. Ага. Это пока вот самое начало, я так понял, в какую-то... На каком-то космодроме был, и этот космодром наебнулся. И я вот в этом спасательном батискафе упал с него. Ну, для меня тут, на самом деле, я уже успел пару роликов об этой игре посмотреть. То есть, для меня тут особого удивления не будет. Ну, давайте посмотрим. Игра пока, я так понял, на стадии, ну, на ранней. То есть, пока не очень... Ну, я не знаю, может, оптимизации чуть не хватает или чего-то такого. Ну, так вроде нормально. На русском языке все, но речь, вот, речь не на русском. Так. Видите, инвентарь. Ну, я не знаю, пока только огнетушитель, я так понимаю, есть. Окей. Видите, тут внизу подписано все, инициализация КПК, вот и есть. Биометрия подключена, система жизнеобеспечения подключены. Сейчас я попробую еще в настройках кое-что сделать. Так, 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 так. А что тут ни хрена и не подключишь? Так, синхронизация не нужна. Так, а ну да, один же монитор. Ну ладно, короче, как-то так. Поврежденные системы, видите, используйте сварочный аппарат для ремонта. То есть можно отремонтировать вот этот батискаф, но у меня сварочного аппарата нет, насколько я понимаю. Видите, есть специальное оборудование, чтобы что-то делать, но пока у нас ничего нету. То есть я режим, тут несколько режимов было на выбор, я включил чисто выживание. То есть тут как бы сюжета нету, по сути, да? Просто выживание. Изготовитель аптечек, видите, ну мне... А, давайте, постойте. Давайте аптечку возьмем, потому что у меня ХП не стопроцентная. Вот, видите, теперь стопроцентно в нижнем левом углу показатели. Пища, питье, кислород, ХП. Энергоячейки есть. Обнаружены многочисленные сбои в энергосистемах спасательной капсулы. Ну, короче, может, починить надо что-то такое. И есть поврежденный коммуникационный передатчик. Опять же, мне нужен сварка. Нужна, чтобы починить. Откройте хранилище. Ну, хранилище. Ну, давайте против... Ой, этот. Положу туда огнетушитель. Мне пока... фильтрованная вода есть. Питательные батончики. Сигнальная ракета. Ну, вполне логично, да? Давайте я возьму одну единицу воды и пищи, чтобы на всякий случай. Ну, давайте выберемся. На самом деле, мне такой антураж нравится какой-то. Острова не видно кругом. Виден только вот батискаф какой-то. Или как это, космический корабль. Видимо, мы с него как раз упали. Видите, прикольно вот это, мне нравится. В воде пошли какие-то провисания. Но мне нравится, на самом деле, вот, прикольно. Фрагмент морского глайдера. Копать песок. Зачем? Спасательная капсула оснащена запрограммированным для изготовления инструментом. Ну, я понял. Видите, кислород уменьшается, как мы видим. Я не знаю, зачем я копаю песок. Там что-то должно быть. Прикольно, да? Интересно, тут какое-нибудь ограничение. Пиздец, я дыру. Могилу себе прокопал. Так, так, да, мало кислорода осталось. Прикольно, мне на самом деле вот нравится вот... Кислотные грибы давайте соберем. Радиации тут много. Видите, есть какая-то ассистент какой-то, который нам говорит, что происходит. Ну, судя по нему, много радиации. Давайте посмотрим, что тут. Рыбы плавают, прикольно. Отправка автоматического сигнала бедствия не удалась. Короче, я так понимаю, мне нужна сварка и починить. Смотрите, рыба, рыба. Прикольно. Взята пузырь. Смотрите, у меня 4 рецепта разблокированы. Если честно...
А ну-ка, давай обратно. Я не знаю, зачем мне эта рыба нужна. Я так понимаю, блин, подлагивает. Я так понимаю, я что-то сделать смогу с ней. Где моя рыба? Я ее уронил. Бля. Так, два кислотных гриба пока есть. А ну-ка мне. Рыбы плавают. Коралловая плита пока нельзя собирать, вроде, я так понимаю. Ну вот тут что-то есть. Кислотные грибы зато можно. Не знаю, я думаю... Собрать пока все, потом посмотрим. Ну, для чего я понятия не имею, зачем мне это нужно. Пещера какая-то. Кварц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Сейчас пиздец у меня будет. Успел. Успел. Слышите, у меня что-то указано, кстати, на карте. Надо пойти посмотреть. Разбейте известняк. Надо пойти посмотреть, что там за известняк. О, да не лагает. Блин. Тут что-то есть вообще? А, вот, разбейте. Да ёб твою мать. Разбейте известняк. Так, титанит. Чем-то Форест напоминает, только вот Форест в воде, так сказать. Смотрите, можно кислородом питаться, я так и подумал. Видите, вот от этого он кислородом как бы вот этот коралл пускает у нас. Мне нравится, на самом деле, прикольно. Чуть-чуть помощнее компьютер, да, поставить на высочайшие настройки. И вообще, ну, как бы, цены не будет. То есть мне нравится. Вот ты с... Нихуя себе. То есть мне нравится, прям, вот это опасно. Скример был, так сказать. Минус 17% хп у меня уже. Смотрите, это луна, типа, или что? Видите? Прикольно, прикольно. Я так понимаю, что потом в этой игре сюжет будет, да? Ну, по идее, должен быть. Как в The Long Dark, например, да? Когда он там релизнится, должен же быть какой-то, я так понимаю, сюжет. Инвентарь полон, мне говорят. В натуре полон. Давайте пойдем посмотрим. Надо будет сплавать еще до этого Байконура, вот. До вот этого. Только я так понимаю, там радиация кругом, я не совсем понял, можно туда сплавать или нет. Видите, вот до туда. Видите, там то ли Марс, то ли что. Вот, надо будет туда сплавать. Съесть что-нибудь. Голод у меня 30%, да? Ну. Давай я съем. У меня же где-то. Питательный батончик. Воду пока сэкономлю, потому что я не знаю, как много у меня есть. Кислотный гриб есть. Кварц есть. И титан есть. Давайте я пока себе... Кстати, у меня один питательный батончик остался всего лишь. Ты... А, за... Ой, блядь. Я его случайно съел. Сука. Я же случайно нажал. Ну ладно. Давайте посмотрим, что мы можем изготовить. Я случайно съел и не хотел его есть. Я могу изготовить стекло. Мне нужна еда, мне кажется. Нет? Оборудование, продовольствие. Мне еда нужна, вот реально. Мне пузырь нужен, чтобы еду сделать. То есть... Ладно, это потом. Давайте тогда я пока изготовлю стекло. Я, правда, не знаю зачем, но будет стекло. Все. Что еще? Все, я так понимаю. Больше я ничего сделать не могу, насколько я понимаю. Мне нужна еда, да, потому что у меня... Короче, я ступил и случайно съел батончик, хотя не хотел. Мне еды больше нет, мне теперь нужна еда. Давайте я тогда вот так сделаю. Пиздец, я переполнил хранилище. Тут же большой батискаф, почему нельзя класть остальное?
Ладно, давайте. У меня есть сигнальная ракета. Давайте попробую сейчас запустить. Ладно, как-то так. Короче, мне пузырь нужен, я так понимаю, чтобы еду сделать. Давай, и аптечку мне. Аптечку сразу. Есть. Так. Смотрите, охуенно, как уже ночь. Смотрите, видите, вот эта красная планета теперь светится, и луна видна. Прикольно. Мне вот это, кстати, давайте я сохраню. Не вылетит? Сохранение игры. Смотрите, охрененно как, да? Видите, луна, вот это все. Так. Вот, блин, темно. Интересно, а тут спать можно? Я так понимаю, что нет. Кстати, под водой все заебись видно, знаете, флуоресцентные какие-то водоросли. Так, пузырь. Мне нужен пузырь. Пузырь? Я просто не знаю, кто из них. Кто? Давай, кварц. Я не знаю, кто из них пузырь, а кто. Вот ты не пузырь, да, походу? Я так понимаю, мне нужна рыба, которую я в прошлый раз хватал. Смотри, тут какие-то ящики лежат. Фрагмент морского глайдера. Оп-оп-оп-оп, мало кислорода, я что-то забылся. Давай. Мне, короче, пузырь нужен. Прикольно, смотрите. Какие-то горящие. Прикольно. А ну-ка. Так, я что-то разблокировал. Я что-то разблокировал, как я сказал, мне нужна еда. Для еды мне нужен пузырь. Ты пузырь? Нет, ты кольцевик. А, это тоже еда, смотрите, это тоже еда. Прикольно. Луну даже из-под воды видно, да? Что-то мне эта игра прям... Да ладно, сука. Вы погибли и потеряли часть снаряжения. Пиздец, я тупанул. А я что-то я даже не видел, что я это... А я не видел, что я ко дну иду. Честно, не видел. Ну, пиздец теперь. Честно, случайно умер. Вот честно, случайно умер. Так. Что мне нужно? Мне нужна еда. Мне нужна еда. Пиздец, ну в принципе я ничего такого не потерял. То есть тут как в Dark Souls, душ каких-нибудь нету. По сути я проебал только рыбу, которую схватил, и чуть-чуть снаряжения. Смотрите, у меня есть пузырь. Блин, где пузырь? Куда я пузыря дел? Чё-то я не совсем, блядь. Чё-то я не пойму, как мне одновременно... Вот. А, я, похоже, понял. Да заберись ты, тварь. Бля, ты шутишь надо мной? Наконец-то. А, я сигнальную ракету активировал, видите, теперь подсвечивается. Но я сомневаюсь, что кто-то за нами придет, видите, теперь тут все подсвечено. Да. Смотрите, у меня есть пузырь, я теперь еду могу сделать, я ведь прав? Да, отлично, приготовленный пузырь. Так. Очень много всего можно сделать. Давайте так, я иду, короче, съем приготовленный пузырь. А он не сытный ни хрена. Плохо, плохо. Давайте так, и пойду еще пузырей половлю, потому что, видите, я только залез, вылез, уже светло. Думаю, раннее утро, да? Видите, сигнальная ракета до сих пор работает, подсвечивает.
Ну, опять же, хер к нам, кто придет. Так, пузы... Мне, короче, эти грибы не нужны. Мне вот теперь еду бы половить. Еду половить и кварц. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Блин, она от меня улетает, рыба. Блин, не могу ее взять пока. Или, не знаю. Так, мне нужна еда, короче. Приоритет это еда. Потом уже кварц и все остальное. Да, игра прям интересная, что-то захватывает так. Не вижу еду, не вижу еду. А ну, ты еда, нет? Бля, сука, не еда. Блин, не знаю даже. Какую же я рыбу в прошлый раз подбирал, я что-то забыл. Вот, вот эту. Блин, подлагивает. Есть. Видите, и прикольно, что ее в руке держать можно. Давай еще, этого мало. Смотрите, какие-то детали валяются. О, взять металлолом. Хорошо. Еще, еще, еще еда, иди ко мне. Есть. Все. Отлично. Теперь... Идемте приготовим еду, и я думаю, можно пойти к батискафу, к вот тому поближе подплыть. Короче, я как понял, лучше всю амуницию выкладывать, чтобы в случае смерти не потерять ее, да, то есть вот тут держать. Так, изготовитель, продовольствие. Мне два пузыря, пожалуйста. Отлично, еда есть пока. Еда есть. Что я еще могу приготовить теперь? Я так понимаю, что ничего пока. А жаль. Но есть металлолом. Блин. Ну ладно, давай я огнетушитель. Я думал, может его выкинуть как-то. Так. Ну рыбу можно съесть одну. Она очень мало насыщения дает. Давай аптечку на всякий случай. У меня 100% хп, но тем не менее. Давайте я, наверное, сохранюсь. Постойте, надо... Короче, надо так сделать. Все ценное взять... Наоборот, мусор взять себе, а все ценное переложить. Чтобы в случае чего не потерять. Вот, наверное, вот... Наверное, лучше так сделать. Вот, а все ценное, да, как бы... Переложим. Так, поплывем теперь... Внимание, радиационный показатель свидетельствует о полном разрушении ядра привода на темной материи Авроры. Это Аврора называется. Короче, вот этот оператор говорит, что безопасная дистанция 1 километр от вот этого корабля. Типа велика вероятность, то, что он взорвется. Ну да, он горит уже, вон сколько дней и ночей. Давайте чисто попробуем просто подплыть. Я так понимаю, что тут радиация рядом с ним. Какие-то водоросли огромные, но я их не могу ничего с ними делать. Прикольно было бы взобраться. По сути, на этом корабле очень много чего полезного должно быть. Может тут что, какие-нибудь рыбы мутировавшие есть, нет? Какие-то звуки страшные, я не знаю. А ну-ка, металлолом.
Металлолом пригодится, пригодится. Наверное. Но если он есть, то должен пригодиться, по сути. Другой вопрос, непонятно, как взбираться вот на этот корабль, даже если к нему близко подплыть. Обнаружена радиация. У меня ХП уменьшается. Опа, смотрите, тут ящичек какой-то лежит. Открыть ящик с припасами, заебись. Отлично. Все, все, я ухожу. Что-то там радиация вообще долбит. Все, ухожу. Чуть ли не половину ХП мне, 40 ХП процентов вынесло. Да, опасно там. Зато я какой-то ящик полезный нашел. Не знаю с чем, правда. Батарея какая-то. Ух ты, переносной источник питания. Может, что-то с ним сделаю сейчас. Ладно, короче, вот как-то так. Я думаю, на этом закончу ролик. Наверное, еще по этой игре потом запилю. Прям что-то мне понравилось. Подписка, лайк.